Всем привет! Добро пожаловать на канал Top Drive Games, меня зовут Максим, и мы продолжаем проходить GTA Vice City Definitive Edition. Итак, мы в предыдущей серии у нас было то, что мы спасали Лэнса, его он решил, видимо, наступить на Диаса, и я так понял, что у нас сейчас разборки будут. Нужна машина. Ух, вовремя Феррари подъехала. Я думаю, что сейчас с Диасом будем разбираться. Поэтому сразу же едем туда. Да, не зря тут миссия прямо у входа. Чистильщик. Мне тут кое-какие пушки в багажнике. Охереть, где ты достал это все? Хранил на черный день. Нравится? Да, нравится. В смысле, Лэнс, а где твоя ламба? Это место подключено мужиками, будь осторожен. Не волнуйся, Томми, я прикрою тебя. Да, уже их вижу, кстати. Ой, а вон еще. Да что? Че, какие живучие-то? Попрыгайте-ка на одной ноге. Так. Пока что зачистка идеальная. Две звезды уже. Конечно, спасибо за две звезды. Так, чуть не могу попасть по нему. Куда ты за оружие сразу хватаешься? Две заберта. А, ну понятно. Через задний ход, конечно же. Для кого, конечно, как удобней. Через проход, через вход. Почему, блин, 5 жизней отнялось? Я вроде не с такой большой высоты упал. У меня почему-то в ноги получается все. Кто там? Разброс, конечно, жесткий. Лэнс, ты куда побежал? А мне ведь его защищать надо. А ему уже снесли ХП. Лэнс, куда ты торопишься, блин? Ты что, идиот? Должно быть внутри. Идиот. Ты идиот. Ого, я, кстати, этим ходом еще не ходил. Особняк Диаса. Ой, сейчас жесть будет. Ой, получай в ножку. Ха, буквально одного патрона хватило. Не вижу. Двигаемся прям аккуратно. Так, а нам что, выше надо или ниже? Давайте попробуем здесь пройти. Эй, Томми, можно мои окна будут выходить на бухту? Нет, нельзя. Это мои окна. Лэнс, ну ты чё, придурок, встал, блин, тут? Да что, попасть не могу? Разброс просто жесть.
Чисто голова такая, видать. А, вон, блин. Лэнс, красавчик. Ну давай, давай, иди сюда. Я пришел забрать твой бизнес! Томми, ты предал меня, идиот! Сейчас я тебя прикончу! Лэнс, ты придурок! Чё ты стоишь? Есть. Ну, что-то прям очень легко, ребят. Вы тупые придурки! Мой прекрасный дом! Посмотрите, что вы наделали! Это за моего брата! Я доверял тебе, Томми! Глаза у него такие. Я хотел сделать тебя! Скажи спокойной ночи, мистер Диас! Вот это прям красавчики. Вы завладели недвижимостью. Это наш новый дом. Ух, о, сколько денежек-то. 71 тысяча. Надо бы сохраниться здесь. Так, у нас сразу же миссия. Вымогатель. Местечко. Нам нужно сделать его старинное. Я не могу смотреть на это. Томми, что скажешь? Что скажешь, если мы сделаем бар? Ты мой адвокат Розенберг, а не мой дизайнер. Это тебе понятно? Послушайте, по факту. Пришло время взять город в свои руки. Он только этого и ждет. Нам надо начать захватывать территорий. Пусть Васити знает, кто тут хозяин в городе. Понимаешь? Что тебе нужно, Томми? Так это законная недвижимость. Она еще никому не помешала. Нам надо поактивнее приниматься за дело, иначе можно распрощаться со всеми нашими планами. Местные дети знают, что Диас мертв, и они не хотят платить за крышу. Оу, можем попробовать дать взятки. Взятки? Нахер эти взятки, я покажу, как заставить их бояться. Я вернусь через 5 минут. Так, какой план? Езжайте. Ой, тут на время. Скорее в Ламбо, конечно же. Несколько налетов на магазины. Ну, это прям легко. Радио эмоций. Hello. Hello. А что там за магазин это? За 4 минуты надо сделать налеты. Да что у вас сегодня день дурака, что ли? Блин, как жаль, что не могу песни эти все послушать. Такие крутые песни. Но, к сожалению, YouTube ругаться будет. А, в моле, что ли, будем? North Point Mall. Офигеть, тут сколько витрин надо разбить. А чё, мне все прям надо? Разбить. Не разбилось. Мой бизнес уничтожен. Веб-сети, запомни это имя. Охрана по мне стреляет. Да, Томми что-то поменялся сразу же. Менты тут. Ментов еще только мне не хватало. Ментов и охраны. Кстати, большой мол. Я до всей речки в голове, чтобы оплатить защиту. Теперь я главный в этом городе. Я! Теперь вы можете покупать недвижимость в различных районах города. Первым делом, наверное, Малибу купить надо. Сколько, интересно, он стоит?
Да, я все знаю, что значок Е надо нажать. Я, кстати, тут видел тачку прод... А, вот она. А как на ней выехать отсюда? На дисочках таких она. Это моё. Моя новая тачка. Ребята, выход. Подскажите, где выход? Блин, походу на машине тут не выехать. Вот же выход. Ладно, на улице сейчас ответим. Томми, сынок, у меня для тебя есть сюрприз. Я тут в студии звукозаписи с одними крутыми перцами. Может быть, заедешь к нам? Знаешь, в этом есть смысл. Увидимся. Так, нам еще на звукозапись советуют отправиться. И давайте посмотрим, что у нас по миссиям. Так, Лэнс. Ну, так, Лэнс. А это что у нас такое? Что это за значок? Карта, как ли, а, легенда. Гаитяне, а, вот да, кстати, к гаитянам надо еще нам заехать. Но я думаю, к Кортезу. Мы давно у него не были. Давайте к Кортезу сгоняем. Манана. Ой, а какая она неуправляемая. Приветствую, сынок. Я тут решил позвонить и дать тебе кое-какой совет. Привет, Эйвори. Что случилось? Если владеешь недвижимостью, в этом городе появляется много возможностей. Улавливаешь мысль? Я думаю, да. Я хочу лишь сказать, смотри в оба, и, возможно, ты найдешь отличное деловое предложение. До связи. Пока, Эйвори. Кстати, а вот мы прикончили Диаса. А у него же... Да, это просто идеальный расклад. Нас впервые арестовали. Да, и все оружие забрали. Томми, помнишь меня? Привет, Сони. Верно, это Сони. Мы старые друзья. Ты никогда не звонишь мне и никогда не пишешь. Больше не хочешь со мной дружить? Я был занят нашей проблемой. Ты ведь мне в этом не помогаешь, Сони. А, так это я виноват. А вот я слышал, что ты занят другими делами. Занят убийством наркобаронов и занят захватом власти. Вот только ты про нас не забывай, Томми. Потому что уверяю, что я не забыл о тебе. Да, как только мы, короче, отжали особняк, убили Диаса, сразу же все начали звонить. Блин, теперь мне надо оружие покупать. Кстати, заодно сейчас посмотрим, сколько Малибу стоит. Так, и... 120 тысяч? Вы чё, серьезно? 120 тысяч за Малибу? Так, по пути тут... А, вот, оружейку... Вначале в оружейку тогда, блин. Теперь на оружие надо потратить деньги. Не ожидал я так приняться тут. Кстати, я не помню, чтобы на Блисте такие диски стояли. Хромированная. Видимо, топовая комплектация. Blista Compact очень похожа на Honda CRX. Почти на месте. Блин, какие же сейчас... Сейчас по сути прям должны все задания жесткие быть. Потому что уже все знают, что... Мы не пальцем деланные. Можем за себя постоять. Отжать. Бизнес чей-то. Так, ты... Ага, пистолет. Так, ну давайте сразу же что-нибудь купим. Бронежилетик, конечно же.
Вот этот Крюгер возьмем. Дробаша. УЗИшки. Ну и пистолетика немного. Все, вооружились, теперь можем ехать к Кортезу. Без двери-то как теперь легко садиться и вылезать из машины. Свистать всех наверх. Обстоятельства вынуждены срочно отчалить, друг. Что случилось? Французы хотят вернуть похищенные чипы от ракет, а после недавнего инцидента я чувствую, что пора найти более безопасную гавань. Может, самолетом безопаснее было бы? Меня бы убили раньше, чем я бы добрался до регистрации. Кроме того, мне надо вывести мой товар из страны. Нужен еще один ствол. Вы, друг мой, стоите 10 стволов. Мы куда-то плывем. Сколько такая лодка стоит? Вы чё мою Хонду сбили? Опоздали вы, ребята. Мы уже уплыли. Сейчас лодку угонят. Защищайте полковника. По левому борту, по левому борту! Так, а лодки что-то плохо взрываются. По левому борту, по левому борту! По левому борту. И где? Хорошо, что мы купили этот пулемет. Нифига себе их там. Ну чё, ребятки? Мост прямо по курсу! Расчищаем путь. Офигеть! Чё-то ни хрена не взрывается. Один такой плавает на лодочке, ничего сделать не может. Ну чё, всё, я расчистил дорогу. Взорвать что ли надо? Две обоины уходит. А что там такое, медуза, что ли? Боже мой, у них есть вертолет! Где вертолет? Ага, вертолет. Ой, выпал сразу же. Катапультировались, ребятки. Еще один. Давайте, выпрыгивайте. Все? Ого, военный. Сразу же пилота нафиг. Но это было легко. Уже лодки успели утонуть. Чел в воздухе застрял. Томас, вы хорошо служили и защищали меня. Но теперь вы должны покинуть нас, пока мы не вышли в открытое море. Я спущу свой личный катер. Оставь его себе, мой друг. Знак моей признательности. Благодарю, полковник. И еще одна просьба. Пока меня не будет,
Не могли бы вы присмотреть за Мерседес? Уверен, она и сама в состоянии себе позаботиться, но, конечно, я присмотрю. Спасибо, друг. Еще увидимся. Прощайте, друг. Походу, у Кортеза больше не будет заданий. 5000 всего лишь там дали. Как-то это мелко. Очень мелко. Так, что у нас тут? Миссия Лэнса. У нас тут как раз можно лодочку поставить. Так, а у нас же должна быть мега крутая лодка тут стоять. Где она? Куда Диас ее дел? Ладно, Томми, это Пол. Я тут слышал от одного тюфяка, что ты был очень плохим мальчиком. Кто-то на тебя обиделся за то, что ты начал играть крутого, причем на полном серьезе. Короче, не говори, что я не предупреждал. Но выпендрешь, да добра не приведет, сынок. Короче, я слышал, что за твою голову назначена награда. Кто-то хочет проучить тебя, так что будь начеку. И помни обо мне, дружище. Понятно, понятно. Значит, как только мы какой-то вес стали иметь, сразу же и за нашу голову назначили награду. Понятно. Разборка в баре. В чем дело? Один бар не хочет платить за крышу. Они думают, что под защитой местной банды головорезов. Но ты не переживай, Томми. Я разберусь. Вот так вот ты разбираешься? Вы двое подняли свои жопы и за мной. Какой решительный. Убейте охранников бара Фронт-Пейдж и выясни, кто их туда поставил. Ну, ребят, сегодня на бэхе поедем. В ламбу мы не влезем. Машину, бездельник. У нас и погодка такая подходящая. Ребята, чё резину-то не поменяли? Резина-то лысоватая. Прям бэха-то, кстати, в максималочке. Только спойлера не хватает. На литье хромированном. Четырехствольный выхлоп. Все дела. М-пакет. Прикольно, конечно, выглядит она. Так, а это не тот ли... А, ну, рядом, я уж думал, там, где мы обычно сидим. Поговорите с владельцем. Твоей защите самой не хватает защиты. Блин, только не снова. Мне не нужно это дерьмо. Эти идиоты находятся примерно в паре кварталов отсюда. Ребят, разберитесь сами между собой. Еще увидимся. Да, да, как скажешь. Да, он недоволен. Компания DBP Security. Так, а почему это они должны узнать? Кто-то настукачит, что ли? Благо, что они тут рядом. Ребят, вы, блин, стрелять будете, нет? О, вот это то, что надо. О,
Ой, блин, моих ребят завалили. Так, а как я их догоню, если у меня колесо прострелено? Воу-воу-воу-воу-воу. Блин, нет. Надо тачку менять скорее. Мотик. Там еще мент был. Так, минус один. Блин, а на мотике-то вообще идеально просто. Какой красивый финал был. Он такой вылез еще, постоял, главное. Мотик, кстати, как на месте стоял, так и... Вроде так взорвался смачно. Так, кто у нас тут еще рядышком есть, чтобы выполнить? Можно, кстати, продолжать, в принципе, Лэнса. Лэнса, точнее. Ну, давайте тогда его... Упал. Томми, нам нужно поговорить. В чем дело, Лэнс? К тебе, мой друг. Я думаю, что заслуживаю большего. Больше того, ты поставил меня в неловкое положение перед парнями, я не собираюсь этого терпеть. Лэнс, это не так. Ты же сам виноват. Томми, я тебе не прислуга. И не мальчик на побегушках. Лэнс, просто не лажай, не будет проблем. Если я лажену, можешь наезжать на меня в любое время. Томми, я все для тебя делал. Ты обращаешься со мной как с дурачком. Не делай так. Лэнс, я не собираюсь тебя ни обманывать, ни предавать. Ясно? Успокойся. У меня тут и без твоих эмоций проблем хватает. Поверь мне. Слышишь? Ты меня слышишь? Я слышу, Томми. Но я больше не могу так. Лэнс, не будь таким. Я предупреждаю тебя. Слышишь меня? Просто успокойся. Отдохни пару дней. Ладно, мы еще поговорим. Что-то мне кажется, что Лэнс хочет нас предать. Какой-то он слишком эмоциональный. Томми прям, ну, как все надо, описал ему его намерение. А Лэнс что-то какой-то хитрый тип. И не имется ему все. Да ну нафиг. Вы чё, серьезно? Сейчас что-то жесть будет. Логово копов. Ты дебил! И как тебя угораздило? Ты знаешь, что это значит? Нас теперь могут всех повязать. Похоже, таймер сломался. Там вообще все должно было взлететь в воздух. А потом кто-то стукнул копом. В чем проблема, парни? Майк должен был установить взрывчатку в оговоренном месте. Но он наложил с таймером. И теперь там полно копов. А теперь нам придется валить отсюда как можно скорее. Успокоились оба. Дайте мне подумать. Томми Версетти так просто не убегает. Копы теперь будут прочесывать все здание, верно? Но это займет время. Короче, мы пойдем туда и сами устроим взрыв. Да, но кроме копов к этому месту около километра не подойдут. Ну так вот и пойдем как копы. Раздобудем форму и патрульную машину. А все благодаря тебе, Майк. Простите. Придумал. Все, что нам нужно сделать, это заманить копов в гараж, закрыть их и готово. Хороший план. Вперед. Хорошо. Хитрый план. Так, Лэнс, давай привлечем внимание копов. Так, заманить копов в гараж. Это в какой гараж именно? Так, ага, вижу.
Ну и музыка там играет. Так, я так понимаю, копов нужно там где-то нам поймать. Поэтому сразу же едем на точку. Там уже по месту решим, что сделать. Сегодня у нас BMW зеленого цвета. British Green почти что. Точно разозлились. Ну давайте идите сюда. А, двух копов. Так это один. Чувак, а где еще-то один коп? Ладно, вот сейчас точно два должны прибежать. В смысле? Ну идите сюда. Во, два копа забежало. Свяжи их и заткни. Идеально подходит. Что-то как-то между ног поджимает. Да-да, меня тоже, меня тоже. Без палева прям. Так, полицейская машина, она, кстати, вот здесь стоит. Лэнс, ты чё, дурак? Впервые мы, кстати, на коповской тачке едем. Можно мигалками побаловаться. Конечно, освещение мне... Я, наверное, в каждой серии повторяю, что тут освещение и трава офигенные. Полегче, брат, копы не водят так хреново. В смысле не водит? Я нормально вожу. Офигеть их тут. Запомни, улыбайся остальным копам. Приветствую, офицер. Прикольный значок, прикольный значок. Не переигрывай, Лэнс. Так, встаньте на метку, чтобы установить взрывчатку. Побежали. Какого хрена тут военные вообще? Итак, таймеры установлены. 5 секунд и валим. 5 секунд? Надо убираться к чертям. Валим. Ни хрена себе взрыв. Где выход? А, вон, вижу. Лэнс, бежим со всех ног просто. Vice Point. Все, делаем ноги. Воу, воу, полегче. А как так? Мы вроде едем на такой же машине, они нас догоняют. А у нас сейчас федералы за нами теперь гоняют. Ух, блин, федералы на Феррари ездят. Нет, нет, главное не переверните. А, я не там поехал, ну ладно. Вертолет, еще вертолета не хватало, блин. Блин, давай, 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 нам немножко еще ехать. Они очень жестко тут таранятся. Похлеще, чем во всяких муствандедах. А там что-то вообще горело.
Машина на последнем издыхании. Нет. Бежим. Всем хп. Так, а тут у меня есть жизни. Я боюсь выходить на улицу. А как ты ко мне в дом забежал? Это что за приколы? Да... Почему? Фух. Теперь поместье Рассети будет приносить вам доход до 5000 долларов. Ну, все. Можем... О, уже 56 баксов накапало. Все, мы теперь богачи. Так, что-то слишком много копов здесь ходит. Томми, это я, Лэнс. Закрой свой рот, Томми, потому что у меня нет времени на разговоры. И мне неинтересно, что ты скажешь. И ты спросишь, почему? Тебе, видно, мне плевать, не так ли? Тебе следует обращаться со мной получше. Дай мне заслуженную долю, понимаешь? И, Томми, чувак, слушай, мне очень жаль. Я просто... Люди всю жизнь попыкали мной. Обращались со мной как с пацаном. Мой брат так поступал. Пожалуйста, чувак, хотя бы ты не поступай так. Мне пора. Да что, Лэнсу все мало и мало. Сколько ему нужно денег? Но на этом мы будем заканчивать эту серию. Всем спасибо, кто смотрел. Обязательно подписывайтесь, комментируйте. И вообще, что вы думаете по поводу Лэнса? И кто не знает, напишите в комментарии. Потому что, понятное дело, кто проходил Vice City, они знают, что из себя представляет Лэнс. Ого, там перестрелки какие. Ладно, пока меня не застрелили тут. Всем пока.